пожара, то сможешь выйти против сержанта, чемпиона Велена. Ну поглядим, какой он злой. Тогда, сейчас мы увидим бой между юношем и путешественником. Приблуда победил юноша. Кто знает, может, в Велене скоро будет новый чемпион. Осталось победить кузнеца из корчмы на распутье и рыбака из Залипья. Зовут его Рыбожор. Мы победили. Посмотрим, далеко он там находится. Нет. Замок молния ударила. Твое бледное рыло людей не бесит? Так, что где у нас здесь? То, баронета, а я как захочу какую девку трахнуть, так и трахну, и хер я ложу на всякие запреты.
это делать, непонятно. Как тебя зовут? Драться умеешь? Геральт, умею. Тогда давай на ристалище. Я готов. Давай уже драться. Добрые люди! Рыбажор наконец-то нашел себе противника! Здесь и сейчас, на этой земле, он будет драться с Геральтом по прозванию Молот! Геральт Молот. Могу я у вас кое-что спросить перед боем, господин? Пожалуйста. Вижу я, что вы за птица. Куда там мне до вас? Мне б живым уйти. Последнее время в реках рыбы нету. Детки голодные плачут, а за победу дают мешок с лукой. Жальтесь, дайте мне выиграть. Будь по-твоему.
это случилось, но Рыбажор одолел молота. Спасибо, ведьмак. Глаз давай. Люди добрые. Что, еще разок? Спасибо, может быть, в другой раз. Говнюк. Ой. Что? Спасибо. Люди добрые. Уродина. Хранят тебя боги. О! Люди добрые. Ну, да. Ну. Что, еще разок? Ну, давай драться. Геральт Молот против Рыбажора! Реванш! Рыбажору. Приятно было посмотреть, как у того на морде расцветает осень. Тебе осталось победить кузнеца. Чесотка. Ой. Господин. Кузнец, где у нас кузнец? Что случилось? А вот погляди, что мне пришлось пережить на старости лет. Простой мужлан меня крова лишает. А я ведь родилась дочкой дворянина. Вся усадьба мне и брату принадлежала. Что с ним случилось? Как-то раз оказался в наших местах заезжий охотник. Я влюбилась и вышла за него. Когда мы с ним собрались уезжать из имения, так брат на меня до того разобиделся, проститься со мной не вышел. А вот теперь, спустя столько лет, вернулась я в эти края. Брата нет, а люди говорят, что в старом доме завелись чудовища. Я мог бы заняться этими чудовищами. Ты ведьмак, так? Обычный человек не стал бы предлагать помощь с такой охотой. Но да мне-то все равно. Лишь бы ты был честный. Дом находится к востоку отсюда. Возьми ключик. Как разгонишь чудовищ, ключом этим открой шкатулку с моими сбережениями. Они твои. Там немало, уж поверь. Ты-то на что будешь жить? Мне хватит и крыши над головой. А если будет нужно, у меня еще осталось что продать. Но я знаю, вы, ведьмаки, даром не работаете. Поэтому бесплатно тебя не отпущу. Прощу и поймаю медведя.
Доброго дня. Так, посмотрим. Все бы ничего, только без задания. Так, все, конечно, хорошо. Какие это задания? Ладно.